Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, по возможности знакомиться с их автобиографией. Александр Ротхау, австрийский художник-символист. Данных практически никаких нет, но вот то, что мне удалось найти, я нашел. Художник Александр Ротхау родился в марте 1870 года в Вене в семье Теодора и Каролины Ротхау. Мама будущего художника была из семьи известных в Австрии художников и скульпторов. Однако первые уроки рисования Александру дал отец. В 1884 году Александр начал изучать искусство скульптуры под руководством Йоганна Шиндлера. А в 1885 году поступил в Венскую академию искусств. В 1892 году Александр Ротхау перебрался в Мюнхен, где получил работу художника-иллюстратора юмористического журнала «Летающие листья». В 1896 женился, изучал живопись Италии и Испании. В 1910 году семейство Ротхау вернулось в Вену, где художник жил и работал до самой своей смерти. Умер художник в марте 1946 года. Вот так вкратце о художнике-символисте Александр Ротхау. Пока-пока, до свидания. Смотрим работы.